Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с мамой вам покажем наши покупки, а также и Фаберлик я сегодня заехала получила, тоже вам покажу. Мама, кстати, расскажет, как ей вот маска, которую она брала в прошлый раз, да? Да. Да вот. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Мы с мамой тут сделали заказ на сайте La Moda. Решили воспользоваться купоном, который мне прислали на 1000 рублей. Да. Вот. И давайте покажу вначале то, что я себе взяла. Вот такие шлепки крутые просто. Они мне так понравились. У меня 39 размер, но они мне, кстати, впритык. Просто классные шлепки. В принципе, можно было побольше. Да? Ну, не знаю, мне нравится. Ну, смотри, вот по идее же должна же вот пятка-то вот тут заканчиваться. Ну, мне нравится, мне все равно. Вот. В общем, вот такие вот тапочки. Я вам ссылки оставлю внизу в инфобоксе. Это я себе взяла. Вот такая марка. Джанесса какая-то, не знаю. Это мы с мамой бурно готовимся к лету. У нас же жара будет. Вот. А мама себе взяла вот такие. У меня есть точно такие же. Прямо один в один. Да, я маме еще в прошлом году. Я, кстати, в них хожу вот именно от этой марки. Вот так марка называется, Face. Я в них хожу уже 3-е лето. Будет, и у меня единственное, что в них изменилось, это вот эта вот подошва, она стала такая более желтенькая. Но она здесь видно, да, что как бы вот это более белое, это более желтое. Я вот такие тапочки стираю в стиральной машинке. У меня нет вот такой штучки здесь. Они просто у меня вот такие. А так вот один в один такие же. Я маме еще в прошлом году говорила, мама, возьми, они очень удобные, они реально как тапочки. И у мамы нога широкая. Да? Ну, косточки все. Плюс косточки, да. И они очень хорошо растягиваются и подстраиваются под ногу. В общем, мама у меня взяла. У нее на самом деле... Какой у тебя размер? 39? 30, такой же, как у тебя. 39, да. Но мама взяла 40-й. А я взяла 39-й. Вот такие же, ну, вот давно покупала. А мама 40-й из-за того, что, ну, из-за косточек, чтобы они были свободнее. Чуть-чуть посвободнее. Да, она любит такие. И самое главное, мама себе взяла вот такую сумочку. Ой. Давай, показывай свою сумочку. Хочу, вот она, вот. Вот эта фирма. Нана Дела Роса. Угу. Там у них скидки были, кстати. Ну, вообще, да. То есть у меня этот купон, получается, бонус лояльности мой 10%. Плюс еще была скидка на вот это и это, по-моему, шлепки, я уже не помню. И плюс еще 1000 рублей. То есть нам, в принципе, все очень вот хорошо. Вот такая вот фирма. Нана Дела Роса. Да, но это не кожа, да, у тебя? Нет, это кожа заменитель. Как это? Эко-кожа, по-моему, или кожа-заменитель. Ну, это, по-моему, одно и то же. Да, вот такая вот она из этих. Видите, как плетеная такая. Да. Вот. Внутри, только... кстати, классная подкладка вот такая. Да? Да. Ну, мне нравится. Только горошек. Вот такая, да. Здесь вот один кармашек. Мама же, да, все сложила. Я уже тоже сложила, да? Да. Призной. А здесь, получается, три отделения. Вот одно. Вот это для паспорта. Кстати, очень удобно, большой вот. Видишь, можно спокойно вытаскивается этот паспорт. Угу. Ну, тут все это мое. Салфетки. Здесь посередине, здесь у меня ключи от дома. Вот, ключи. Вот ложечка такая вот. Это видео, кстати, надо было назвать, что в маминой сумке. Да. А, вот еще у меня, вот еще. Вот. Вот это такое. Это пригодится. Да, это можно. Вот, а здесь вот кошелек у меня, вот кошелек и карточки, пакетики, вот такие всякие там, с Леонардо там, фамилия отдельная, uh-huh. Так вот, моим рукодельным, и все, кстати, вот. А, нет, подожди, еще что-то у меня там, а вот крючок у меня, крючок, духи и денежки, всегда денежки у меня там болтаются. Да, зачем? А крючок, это удобно мне вешать сумку, uh-huh. Правда, не очень, но вот так. То, что нашла. Угу. Вот, и все закрывается на одну. Ну, плюс лекарства мам там кое-какие свои носят, да? Нет, у меня пока... Да, да, вот такой коробочки у меня вот тут вот. Давление. Ну, девочки знают, для чего это такое вот. Что это за коробочка? Да, они знают, да? Ну, наверное, вот, да. И дыхалка моя. Да. Салфетки. Ну, такая. В общем, чем хороша? Вроде все помещается. Все помещается. Ну, маленькая.
Да, и не кошелка. И не объемная, потому что, ну, у мамы объем вокруг живота есть. И когда объемная сумка, это выглядит вообще очень, да, очень так. На расстоянии, как полочка выдвижная. А так вот она. Да, маме очень понравилось с джинсиками. У мамы есть джинсовая рубашка. Да. У мамы есть, что там, джинсы. Нет, там еще разные были. Там такая бежевая была, еще какая-то. Там красная. Ну, не помню. Ну, выбирала, да невозможно. Ну, давай померим вместе с тапочком. Чего? Сумку. Сумку? Ну, мама сейчас в домашнем платье, конечно. Вот. Ну, вот тапочки, посмотрите, как классно. Да, тапки удобные. С джинсами, с платьями, с юбками, с чем угодно. И при этом они реально как тапочки, то есть по ощущениям. Я вот в машине все время, когда летом еду куда-то на машине, я всегда их одеваю. А, вспомнила, мама говорила, были такие тапочки до войны, прусиновые, вот они назывались. Угу. Прусиновые, и их, у нее тоже были такие тапочки, нет, мужские были эти. Так вот, когда мальчики на свидание ходили, они всегда тапки мазали зубной зубным порошком густым. У нее братья же были, дядя Леня, там, помнишь? Угу. Вот, и чтобы были белые тапочки, вот так вот. Вот сумочка. Ну, это уже максимально. Ремешок, кстати, тоже, да, регулируется. Да, но это вот максимально. Ручки нету, но вот максимальная. Вот на лето. Нормально. Да, и, кстати, видите, она такая плоская, но при этом вместительная. Да. И вот самое оно. Не, ну, конечно, там пол гардероба, там что там. А что там должно быть? Проездной кошелек. Я вообще езжу на машине, у меня в сумке находятся документы, в маленькой сумке телефон. Так я и из-за все. Да, и помада. Так я же из-за этих маленьких сумок себе и кошелек маленький купила. Видишь, какой? Вообще. Угу. А я не знаю, так нет, это кошелек. Это кошелек. Ну, зараза, тоже дорогой. Синтетика? Ну, дорогой. А ну, как дорогой, почему? По-моему, 500 рублей было. Да? Да. Ну, там... Так, а что сейчас? Сейчас же проблема-то никакая. Все на карточке. Все на карточке, все расплачиваешься, карточки. А если нечем расплачиваться, ну тогда экономия. Да. Вот такая вот хорошенькая. Да, и тапочки очень нравятся. Да. Тапочки хорошо. Да. Хорошо. К любым брюкам подойдут на да, лето. Да, у меня же как раз сиреневые, голубые вот эти. Все как раз. Джинс нет. Да. Ну а я сейчас вам покажу заказ мой Суперлик. Очень пригодился мешок от сменки, точнее, нет, не от сменки, а от физкультуры моего сынульки. Потому что я забыла пакет, а они пакет, коробку не выдают у нас на пункте выдачи. Вот, как всегда. Да, журнальчик. Давайте. Вот. Но я на самом деле, да, взяла все по делу, короче. Да, вот отбеливатель, который мне девочки говорили, что он очень хороший. Я его обязательно попробую, сравню с ванишем. Кондиционер. С аромакапсулами самый классный из всех, которые есть в Куберлике. Потом вот это жидкий порошок для цветных тканей. Я вам артикулы тоже оставлю внизу в инфобоксе. Там у нас дети воюют. Вот эти пятновыводители, которые я использую для рубашек. От ручки, на воротнички, на области, как это, подмышек? Да, область. Да, вот туда тоже пшикаю. В общем... Купила две штуки, потому что это моя любимая салфетка. Дальше взяла вот такие, ну, чисто попробовать, вот такие влажные салфетки для удаления пятен. Мне кажется, это отличный вариант, когда куда-то идешь, если ты нанес на себя пятно, можешь протереть, и вроде должен удалить пятно. Ну, попробуем. Впереди лето, с моими мальчишками, это вот прям находка, наверное. Главное, чтобы работало. Да. Вот эти влажные салфетки для уборки взяла, универсальные. Снова повторила бритвы, которые понравились очень моему мужу. И мне, кстати, тоже. Я, правда, порезалась. Вот. Но муж у меня не режется. Это я просто. Он даже был удивлен, когда узнал, что я... Какой-то крем для рук. Да, вот такой еще крем для рук взяла. Про руки. Это тоже вы мне, девочки, советовали, что именно вот этот про руки хороший. Хотя мама у меня вот этим пользуется. И ей очень нравится. Да, тебе нравится? Мне это нравится. Это... такой грушей пахнет. Угу. Это же вкусно. Какая-то крайне... Вкусняшка тут нарисована. Да. Не, она хорошая. Он хорош тем, что вот сейчас вот в огороде работаешь, перчатки одеваешь, и вот сохнут очень. Да. Еще взяла вот такой же про ноги. Тоже вот мне девочки советовали, попробуем.
И взяла вот сюда на первый этаж жидкое мыло. Вот такое. Ой, вообще обалденно пахнет. Понюхай. Клубничка. Взяла жидкое мыло, потому что у нас дети... Маленькие особенно. Особенно маленькие, да. У нас там на первом этаже у мамы стояла жидкость для интимной гигиены. Вот. И она стояла, получается, там, где раковина. Вот. Ну, ничего, она поставила. Да. И рядом кусок мыла лежит. Ну, маленький подходит, ну, жидкое мыло и жидкое. А мама понять не может, почему у нее так быстро все заканчивается. Да. А ребенок руки мыл. А это просто ребенок решил не мыть руки мылом. Мылом обычно. Кусковым, да. Он решил. Да, он решил это. Я его поймала так, но я ничего не сказала, естественно. Он так нажимает. Просто я пошла проверять, вымыл руки или нет. Потому что обычно же они берут, оно... Это кусок мыла начинает это возюкать, он упал, он взял его. Ну, это 5 минут они моют, когда с мылом мелкий. А тут вдруг раз туда-сюда и пришел. И руки чистые. Думаю, что такое? А потом проследила, а это, оказывается, вот моим этим. Да, вот я, в общем, детям купила теперь вот такое. Да, я сказала. Да, потом на лето я, кстати, буду антибактериальное уже брать. И это вот, вот это. И вот такую масочку, да, еще взяла попробовать. И мама хотела, кстати, рассказать, и многие спрашивали по поводу вот этого крема платинум. Вообще это маска ночная. Да? Ну, да. Но мама использует как ночной крем. Да. Ну, расскажи. Очень, очень хороший. Вот раньше, ну, вот я сейчас днем, утром пользуюсь вот этим и вот этим кремом. Это для... Это я показывала, это я в Ревгоше, мам. Да, и вот этот. Ну, как бы... Но это вроде, не совсем крем, хорошо. Это эмульсия. А потом она мне дала вот этот. Ну, это вообще классно. Но отзывы были хорошие на этот крем, поэтому я взяла. Я его взяла там со скидкой, что-то 600 или 700 рублей. Да. А что, дорого? Это дорого. Никогда мне не говори. Да, стоит. Я, кстати, как маме не скажу, надо. Сколько стоит, она перестает пользоваться. Могу. А потом ты меня начинаешь. Я зато взяла со скидкой 50%. Сам так нет. Что можешь пользоваться вообще с огромным удовольствием. Я даже обалдела. Да, вообще. Да, я, кстати, обычно прихожу и не говорю маме, сколько стоит. Да. Она там со скидкой купила, я говорю, да. Вот пользуюсь. Вообще. Ну, все равно придется пользоваться. Ну, потому что тогда вот тогда ты сказала, и все, и крем испортился. А был великолепный крем, помнишь, вот этот с витамином С? Да, который маме Ларош-Пазе с витамином С линейка. У него был для области вокруг глаз вообще. И для лица. Маме очень он сильно понравился. Но она сказала, сколько это стоит. Да, и мама начала экономить. И мама перестала им пользоваться. Нет, я периодически. То есть не каждый день, да. Я что-то жалко его стало. Да, хотела растянуть. Я в себе бы точно бы не купила бы. Какой-нибудь детский крем. Угу. Вот. И вот это, по первости, ничего было непонятно. Ну, приятное на лицо. Сколько я уже пользуюсь? Я уже не помню, когда ты мне его дала? Ну, месяц точно ты пользуешься. Ну, в общем, где-то да. Через какое-то время, наверное, я просто поняла, что кожа совсем другая. Ну, морщинки, они остались, тут никуда уже не делается. Тут уже все. Вот. Но сама кожа по себе, она такая... Во-первых, она, вот лично я могу сказать, что мама, она стала более светлой. Может быть. Да, то вот это да. Нету вот каких-то темных пятен и так далее. То есть она как подосветлила немножечко кожу. Воспалительно, вот у меня глаз там воспалился, это самое покраснение такое, вот ни туда, ни сюда. Вот, днем-то вроде ходишь, как бы, оно к вечеру совсем красное становится веко. А потом так вот помажешь, утром встаешь вообще бледно-розовый, и она как бы, он даже проходит у меня, вот это воспаление, оно проходит. Угу. То есть с каждым разом все меньше, меньше, меньше. И потом вот кожа, она такая стала, морщинки остались, они так и есть, вроде бы они даже поменьше. Может быть из-за того, что вот сама кожа, она такая гладкая стала, и вот такое ощущение, что вот ты как будто его хорошо-хорошо вымыла. Даже не знаю, вот. Я даже не знаю, как это называется. Ну, как она скрабом такое... прошелся. А? Как скрабом, как отшелся. А может быть, да, да. Угу. Вот это такое. Ну, морщинки остались, это никуда не деться. Ну, очень хорошо. Мама его, кстати, даже под глазки наносит. Да, ну я, ну, вот, я сказала ее. Читала по отзывам, многие девочки рекомендуют так делать. Да, я все, вот так вот раз-раз-раз, все-все-все-все, шею, вот тут все. Очень хорошо. И пока вот намазала, да, вот намазала, пока еще тут...
сидишь, тут свои дела делаешь, это все, и оно быстренько впиталось, и ничего на подушке нет. Просто я не люблю, когда вот намазываешь, вот такое ощущение, что на тебе пленка. Вот хочется пойти помыть лицо. А я наоборот люблю. Да? Чем жирнее, тем лучше, да? Нет, оно должно впитаться, и все, и забыл. То есть очень хорошее. А это вот днём. Ну, это утром. Такой легкий вариант. Да, это вот и самое интересное, что вот что мне еще нравится. Вот, вот раньше было, как кремом помажешь, там, да, вот жарко там. Дома, вот у нас сейчас жарко. Угу. Хотя выключили, ну, на улице 20. У-ху-ху. 22 сегодня у меня больше. 22, показано. Ну, вообще. Угу. Это вообще жара в Питере. Угу. Вот. И потом ходишь, вот, и сквозь это у тебя прямо... Вот лицо потеет. Нет, потеешь, вот просто капельки пота. А это нет, это вот помазал вот утром, тут еще тепло, мы еще батареи не выключили. Угу. Всё, это ты вот сейчас про какое, про это? Про это, да. То есть тоже в этом отношении он, то есть он, видно, впитался, и кожа так, а кожа такая, она не шелковистенькая такая вот, не грубая, так, ну, не знаю, но все равно старческая. Ну, что делать, да. Не, ну хорошо, вот этот мне больше понравился. Больше. Угу. Больше. И раз у нас сегодня такое видео о покупках, то я еще сегодня заскочила в Ревгош. У меня в Ревгоше тоже было 2500 с хвостиком баллов. И я купила себе кое-какие средства, тоже все нужное, девочки. Я, во-первых, повторила вот эту Велла. И еще к нему взяла спрей для окрашенных волос. Я вам как-то уже показывала, рассказывала. Очень мне нравится вот эта линейка. То есть шампунь, бальзам. И еще у них увидела спрей. Какой-то несмываемый бьюти-спрей. Роскошный BB-спрей способствует сохранению яркости цвета, облегчает расчесывание, придает волосам мягкость и блеск. Вот. В общем, тоже буду... Но шампунь и бальзам я пробовала, я уже говорила, что мне очень нравится. Спрей тоже попробую. Также я купила вот эту тушь, снова повторила. Она у меня закончилась. Zoom Lashes. Так она, наверное, называется. Она раньше была, как мне продавец сказал, в такой белой упаковке, а сейчас она вот такая вот. Очень она мне больше понравилась, чем High Tech. Единственное, что если она попадает в глаза, она не может немножко щипать. И еще я купила вот такой крем. От этой марки я уже как-то тоже показывала, я брала гидрофильное масло, которое мне очень сильно понравилось, и я хотела еще взять вот этот крем. Этот крем у нас идет с розой. Здесь, в общем, содержится роза, алоэ вера и еще что-то. Это мне так продавец-консультант рассказал. Вот крем-гель для лица, укрепляющий для восстановления эластичности и увлажнения. 200 грамм. Стоит он 2000 рублей там с копейками. Вот. Видите, здесь экстракт дамасской розы, алоэ вера, комплекс супер ягода, 12 свежих ягод, гиалуроновая кислота. В общем, вот такой вот кремышек. Сейчас я открою, покажу. Вот, я его отложу маме немножко. Да? Будешь пользоваться? Это чего, лицо? Да. Конечно. Ну, а только... когда? Когда хочешь. Нет, ночью. Что значит когда? Когда хочешь, хочешь ночью, хочешь днем, хочешь маску делай из него. Нет, вот нет. Так вот он выглядит и пахнет он розой. Даже не розой, а вот лепестками шиповника, знаете, вот такого. Очень приятный аромат. В общем, попробую, потом расскажу. Маме тоже отложу немножко. Вот видите, тут такая лопаточка даже, здорово. Вот, и девушка-консультант мне сказала, что вот этот крем очень хорошо подходит именно на лето. Если там кожа поврежденная солнышком или еще что-то такое, то вот как раз подойдет этот кремушек. Так что вот такие вот у нас были тут покупки. Вон кошка как раз пришла. Мама, у меня тут рукодельничает сидит. Да, я поясок делаю. Называется пояс на прутках. Вот так вот. Это у меня на занятиях там. Да. Да, понимаю. Так что вот такие вот мы с мамой шопоголики. Ой, вот это не надо. Да, это шопоголики. А помнишь вот раньше, когда вот не было вот этих всех интернет и не все, куда мы с тобой ездили? На Прашку. Опрашка, да, там опрашка была, это самая дешевая, вот. А до этого мы еще ездили с тобой в этот самый, на просвещение. Помнишь, мы как... Мы на целый день с мамой уезжали. На целый день, вообще пирожков наедались там. Да. Вообще там приходили мы, сперва все обходили, потом еще раз все обходим. А потом я начинаю, как бы прикидываем, где чего продается.
Вот, а потом начинаю я спрашивать, а где такое-то, где это? В общем, уходили, в принципе, ну, у нас тут рано темнеет, мы же обычно когда? Осенью, весной, осенью там покупали, зимой там. Угу. Вот, и рано темнеет, поэтому, в принципе, в общем, с утра закрытие. Ну да. Все обойдусь. Так что мы с мамой еще такие эти шопоголики. Да, вдруг деньги. А теперь у нас есть интернет. Рынки закрыли, есть интернет. Но опрашку не закрыли же, да? Нет, закрыли. Ну там уже нет, там уже неинтересно. Да. Там уже не ряды, там уже магазины. Там уже магазинчики, да, и... Да не опрашка. Опрашка, да, опрашка. Да, там теперь все цивилизованно, все так делается, все это. Так они раньше были, этот опрашка. Ой. Вообще. Да. А мы еще же хотели, подожди, как этот, не этот рынок-то, вот который около церкви-то, как он у нас назывался-то? Угу, ну, где-то мне красный халат покупала. Да, около Техноложка. Ну, в общем, где-то там, да, мы ошивались. Да, мы почти все рынки знали. Да, мы весь ассортимент знали с мамой. Да, все туда покупали. А сейчас мы знаем весь ассортимент в интернет-магазинах, да? Ну... Да, это между прочим, это хорошо успокаивает, особенно когда вот так вот, знаешь, вот настроения нету, бывают сумочки, я люблю сумочки смотреть. Да. Я люблю сумочки, это. А если вот ты когда приходишь, мне вот как в этот раз сказала, давай выбирай сумочку, ну ты представляешь, я аж заболела даже. У меня что-то самое. Я и это. Потом ты пришла и сказала, это старческое, это для старухи. И опять все по новой. А у меня там штук сколько, наверное? 10, наверное, да, было в этом в закладках? Mm-hmm. Ну вообще, ух! Нет. Так что вот так. Ну ладно, на сегодня мы будем с вами прощаться. Да. Надеемся, что вам видео понравилось, да. Было полезным, интересным. В инфобоксе у меня все будут ссылки на все то, что я приобрела сегодня, и то, что купила в Ревгоше, тоже я вам оставлю ссылки. Да. Так что вот. Да, девочки, покупайте. Косметика – это хорошо. Косметика – это хорошо. Да, вот у меня мама даже, например, кстати, говорит что, о том, что когда, если не сейчас носить? Когда? Нет, девочки, да, это надо, обязательно надо одеваться не для кого, для себя. Конечно. Вот оденешься красивое что-то новенькое, уже более уверенно да. себя чувствуешь, красивее девочки, себя чувствуешь. Вот даже смотри, ну ладно, там молодежь, я понимаю. Но вот я вот и поехала на занятие, там вот тетка моего возраста, но она совсем худенькая была. Так у нее брюки были вот с этими разрезиками, вот как они сейчас могут, с дырками. Джинсы с дырочками. Угу. Вот на ней было. А рядом стоит девка молодая, извиняюсь, конечно. Ну все, вот... А-ля Русь. Да не то, что там а-ля Русь. Ну просто, ну как так можно? Вот молодежь, я вспоминаю, у меня был начальник такой, Царство ему небесное. Вот. Он всегда говорил, Людмила, ну я еще была девушка, даже не замужем была еще вообще. Людмила говорит, вот тебя красит молодость, а я, говорит, должен красить сам себя. Чем я становлюсь старше, тем я должен больше за собой ухаживать. И как он ухаживал? О, молодец мужчина. Три волосинки вот так набряли. Ну, вообще, от него всегда вкусно пахло. Одеколон он доставал. Ну, я тогда у военных работала, вот он в военторге ему там приносили. Вообще сказка. Вот он правильно так делал. То есть, вот чем старше, да все равно. Когда женщина идет красиво одета, неважно, полная, она не полная. Дорогая у нее одежда или недорогая. Ухоженная. Она должна быть ухоженной. Да. Я помню, приходила у нас там, когда в кооперативе работала к нашей начальнице, ее подружка. Ух, Пышечка! Вот такая вот Пышечка, у нее были такие штанки, такие обтягивающиеся. И такой большой бюст у нее был. Такая по-моему, безрукавка такая из песца белого. Вот такого. Вообще такой вот чупа-чупс. Как за ней мужик? Она так. Она не симпатичная, но она очень ухоженная была. Боже мой, как за ней мужики бегали. Как за ней мужики бегали. Гопники не приставали, вот эти гопники. Нет, а за ней такие мужики. Вот такие вот. Распальцовкой мужики были, приходили там вот эти. Ну ладно, на сегодня мы будем с вами прощаться. Да, а то мы заговорим тут на 2 часа, да. На весь вечер. Да. Всех любим, целуем и до новых встреч. Угу. Пока-пока.